Привет всем, вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня очередная веселая серия про самых сильнейших игроков за все время существования игры Music Wars. Сегодня будем рассматривать 14, 15 и 16 уровни. Также не больше трех игроков. Но будем иногда посматривать, кто играет в активность. Специально ждал окончания бойцовского клуба, чтобы посмотреть, кто же все-таки набивает очки и попадает в призовые места. Ну а давайте, не откладывая на долгий ящик, поехали ближе к 14 уровням. Итак, по рейтингу пошли. Переходим за все время. Так, 14 уровни. Итак, у нас кто здесь? О, Voodoo People. В лунных волках странно. Почему-то нет. Если вот двух у нас есть здесь лычки, то у этого у нас странно почему-то нету. Но смотрите, у него сколько? У него 384 славы. То есть ближайший к нему интернат вообще не находится, предположительно, что не играет. Ну-ка посмотрим вот этого чувака в лунных волках. Давайте зайдем. Где он у нас? Вот он. Был 10 часов назад. Ну, играет чувак. Хорошо. Давайте его и посмотрим. Итак, 14 уровень, приветствую тебя. Так, ну как всегда, я тоже хочу себе пояс 12 уровня. Никого нету. Хотя, смотрите, не влез. Один не влез. Студия 15, да? Нет. Масон недокачанный. А что это, не хватило денег? Ну ладно. Так, а что у нас по навыкам? Так, качает повышенный урон персонажем без оружия. Это что, кастет использует, что ли? Блин, оружие не видно, жалко. Видно было оружие, можно было сказать, зачем качает кастет. Так, вдохновение. То есть играет на пассивку. Плюс у него кинг-конг 18 находится. Ага, медсестра. Чисто на дополнительное. Громовержец. Ну, странно, но прикольно. Катюша максимальная. 10-я. Огневая поддержка. Та же 10-я. Мустанг тоже 10-й. Угу. И этот тоже раскачан на максимум. Молодец. Ну-ка, а что у нас, у нас, у нас, у нас? 292. А, странно. За участие в ивенте. А, смотрите, двух остальных не участвовал. Можно было увидеть. Хотя кошмарку проходит в этот. О, серебряный кубок. 2016 год, в прошлом году получил. Молодец. А персонаж? Не вновь заведенный. Красота. Красота. И как я, ничего не слаживает в Music Box. Ну и правильно, нафиг оно нужно. Блин. Неплохой персонаж. Так, давайте к следующему. Так, что у нас там по 14 уровням? Ну, Джон Голд. Вот это я точно вижу, что он играет. Надеюсь, меня что-нибудь интересное ждет. Угу. Слабоватый. А что так? Хоть и студия 15-я, молодец, выкачанный. А что, последнюю-то не докупил? Да, прикольно. Ух ты, это что такое? А, это просто у него одет щит. Это готовится, получается, он, скорее всего, к турниру. Сейчас же турнирный марафон начался. Молниеносность. Ну-ка, раз активный, два активный навык. Три. Недокачанный, недокачанный. Нифига себе! Да ты маньяк! Прохождение 24 раза. Ну, новый персонаж. Но зато все уже, все на кошмарке закрыл. Я тоже когда-нибудь закрою. Ну, когда-нибудь разживусь. Вот, вижу, человек играет. 157 вождей. 22, 60.
570 этажей. Как вы их зачищаете вообще? Это надо с утра до вечера, походу, сидеть вообще бесконечно. Молодец. Классный чувак. Ну, персонажу где-то года полтора. Может, скоро 2 года отпразднуют. Ну вот. Так, что у нас там дальше? Так. О, Subspace. Love to Dance. Ух ты, красавица, обладатель уникального ледяного трона 18 уровня. Офигеть. Офигеть. Круто. Это честно, это очень круто. Но пояс недокачанный, клетка недокачанная. Но ничего, думаю, какие еще годы, наверное, все впереди. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, амулеты. Плюс 2, даже до 8 уровня не докачан. Проклятие, тоже до 8 уровня не докачан. Но зато Катюша у нас, броненосец, броневик. Мустанг. Торны тоже не докачаны. Зато Субарик докачанный у нас до плюс 3. Ну ничего, прикольненько так. Много, правда, не нужно, но предполагаю, что будет, скорее всего, перекачиваться. Ну-ка, зал славы порадуй меня, зал славы порадуй меня. Ух ты, нифига себе, 248 побед, 248 побед. Ха-ха, нифига, да, круто. Сложки, ну-ка, а что по трофеям? 58 вождей, 32, 46. Сколько? 9000 боев. Да ну нафиг столько фигачить. 1400. Зачищено 1400 этажей. Хоть персонаж. Блин, персонаж 1.5 года. Не, нафиг, я столько играть не могу. Ну вот. Блин, типичные ботоводы, а. Subspace, выключай бота. Играть надо честно. Не поверю я, что столько призов собрано. Так, ну а давайте сейчас посмотрим, так, что у нас там с 15 уровнями. 14 уровень меня, конечно, порадовали особенно, никогда не видел. 1500 этажей, это просто жесть. Ну посмотрим, чем нас обрадует 15 уровни. Итак, поехали за все время. 15 уровень. Ох ты, нифига себе, я даже здесь, смотрите, первый раз вижу игрока, который в топе. 974 славы. Молодец. Хоть бы он 3 года играл, а. Ну-ка. Ферзик. Плюс 70 к навыкам. Нифига себе. Ну, для 15 уровня. Хотя, я и посильнее видел игроков. Ну да, если по-нормальному смотреть, у него, смотрите, хоть студия выкачана вся на 15 уровень. Есть, смотрите, у него даже композитор по влиянию плюс 10. Даже не через максимизатор можно, возможно, кольцо всего. Но, однако, у него и пояс низкий, и клетка низкая. Так, а по умениям у него... Бу-бу-бу-бу-бу. Нет. Я бы не советовал вам так раскачиваться, хоть и есть. Раз навык активный. То есть, ну, у него, смотрите, выкачено. Если вы смотрели мои видео по тому, как правильно раскачиваться, вот смотрите, это чистого уровня адепт. То есть он выкачен, у него все навыки одинаковые. То есть ему можно качать, то есть такие активные навыки. Смотрите, у него раз, ну раз, два, три, четыре, получается. Шесть активных навыков для атаки. Эти, конечно, тоже недокачаны. Ну-ка. Так, ну, в турнирах свои места забирает. Так, 53. 314. Ну, 900-ник не дотягивает. Ну, да, и 1000 меня уже после 1500 меня уже не удивит. А нет, персонажу 1.5 года. 1.5 года персонажу. Я-то думал, я увижу своего тезку. Ну, ладно.
Так, что у нас тут дальше? 15-й за все время. Ой, боюсь как-то назвать даже. Кокорози? Или кокорос? Блин. Извини меня, красавица. Никто я не могу прочитать. Без смеха. Прикольный, молодец. Это забавненько даже. Так, а вот у нее навыки, смотрите, для 15-го очень хорошие. Смотрите, 40. Считайте, 40-40. Вот, это чистые персонажи, качают силу и живучесть. Ударные такие титаны. Так, у нее пятнашка по всем. Так, 2 на пассивку. Пассивные умения. Смотрите, силу эту поднимает и живучесть. Первая помощь. Так, 10-й у нее позарезец. Домохозяйка выкачена для, видимо, радости. Кинг-Конг 18-й вижу. Диджей. 2 10-го уровня, что ли, такой маленький. Ну ладно. И медсестра. Реанимация тоже выкачена. Реанимация выкачена. Это хорошо. Плюс 10. Да, ну молодчинка. Классно, 269. Ну вот, лидер, скорее всего, хороший на 15 уровне, прямо вот перед вами. Так, 156 вождей. 17, 17, 330, ну да, золотой. Нифига себе, 2500. Блин, 190, офигеть. О, персонажу 2 года. Классно, молодец, хорошо играешь. За это время долго прошло. Но вот как вы столько, вот, ну, я не понимаю. Выиграть 100 суперпризов. Вот представьте, 100 суперпризов. Я 10 еще не собрал. С сентября месяца просто 10 не собрал. Зато сложность, смотрите, еще прошла только на нормальную. То есть, ну, предполагаю, что быстро пройдет. Если все здесь есть уже. А это что такое? А. Занять первое место 25 раз подряд. Представьте, да, для простого человека. Ну вот что за задание? Вот разработчики, это вам надо куда-нибудь кол вбить. Так, ну и давайте последнего с 15 уровней. Так, ну тебя давайте я не буду. Ты хоть и хороший игрок, но, скорее всего, предположительно, ты не играешь. Еще и без группы. Итак, Торн. СТ Торн. Вот, интересно, как. Станция Торн. О, какой черненький, угарненький, прикольный. Так. Ну, по параметрам, смотрите, как сильно уступает предыдущий. Вообще очень сильно, в 2 раза. Зато у него и клетка, и пояс хорошо выкачены. Вообще, я молодец. Так, студия 15-я. О, молодец. Смотрите, у него нет пассивки ни на силу, ни на живучесть, ни на ловкость. Так, активных навыков у него получается. Раз, футболист выкачен без, получается, амулетов. 2 активных навыка. Кинг-Конг. О, позарезец тоже 10 уровня. Реанимация. Тоже медсестра 10 уровня. Так, Катюши 10. Броневик 10. Мустанг, наверное, 5 или 4. Финик 10. И Субарик тоже 10. Ну, классно. Ну, что я могу сказать? Подарить цветы тебе, что ли, обрадовать тебя. Так, что у нас там с залом славы? 85. Ему даже победы иногда отдают. Кошмарки 19. Блин, ну, не хочу на кошмарку ходить. Представьте, сколько там тратится на кошмарки всякого расхода. 151. Так. 31. 127. 1600. 1600, это же. Офигеть, 1600. О, хорошо, и персонаж, смотрите, древний. Тоже начал году, наверное, 14 или 15 играть, да? Получается.
В этом году сейчас эти персонажи все позакроют, предположительно, свой статус до трех. Я тоже жду, у меня должно быть в апреле где-то. Вот, закрою, буду тоже видео пилить по этому поводу. Ну вот, наверное, с 15-ми мы закончили. Ну и сейчас перейдем, давайте, к предтопому уровню, потому что предположительно, что самые сильные донаты всегда сидят перед своим топовым уровнем на награде. И поехали, давайте посмотрим, кто же у нас на 16 уровнях. Так, за все время. Ух ты, нифига себе. Робокоп. Тот самый Робокоп. Офигеть, Робокоп. Ну-ка. Вот. Круто. Вообще круто. 60. Представьте, у него параметры силы сильнее, чем у меня на 28 уровне. Не, нисколько не донат, не, так накачал сам, наверное, все само так нападал. 100, офигеть, 100, повышение умений. Ну ты крут, вот честно крут. И все равно, смотрите, все не вмещаются, сколько у тебя там животных в клетке. У тебя все не влазят, еще пауки, наверное, у тебя там всякие собаки ненужные. Студия, ну да, выкачены. О, прикольно, пассивное такого не видел, а что вы не... А, ну тут, конечно, не видно ничего. Хотел бы посмотреть, что за оружие используют. Ну, конечно, ну, выкачен до 25 уровня, но все равно интересно. Крит, уклонение, двойной, вдохновение. Так, ага. Позарезец у него стоит. А реанимация что? Ты что, реанимацию не захотел, что ли, делать? Странно. Использует, смотрите, проклятие. Странно. Ну ладно. Видимо, что-то прикольное. О, десятый. Офигеть. Ну, конечно, кому бы амулет Купидона плюс 3. Конечно, не на максимуме, наверное, да, выкачен, но все равно выкачен, хоть немножко, ну, задонатил. Молодец, Робокопик. Удиви меня, удиви. Офигеть. 518 набрал наград. Крутой чувак. Еще и место на районе 26. В Эвенте, вот они. Смотрите, вот эти, скорее всего, вот они и есть, вот эти, плюс 100. Первое место в Эвенте. Наивысшие награды, молодец. Молодец. 159. Это 37. 50 турниров. Ладно, согласен. Нифига себе! 2500! Вот смотрите, как надо воевать на ринге. То есть мои сколько там, не знаю, побед, наверное, там 50 или 100 у меня. Да я вобьем. 3000. 3000, золотая каска. Молодец, Робокоп. Донат вижу. О, какой красивый. Ну еще, смотрите, не прошли еще. Ну, скорее всего, скоро пойдут, наверное, соберутся. Тоже 2 года персонажа играет давно. Молодец. Хорошо, держишь марку. Так, 16-й. Ага, Каролина. Привет, красавица. Клевая кепка. Дай погонять. Так, ну чуть-чуть послабее, если так по всем смотреть, то есть около 60. Ну хотя там может еще он обкушенный чем-нибудь. Тут может быть еще и обкушенный. О, щит тут стоит. Так, пассивка. А, вот у нее активный навык есть, хороший активный навык. И тоже смотрите, проклятие и позарезец. Странно, медсестру почему-то не используют. Ну, ладно, ваше дело. Есть вероятность, что, конечно, у них несколько амулетов. Ну, только сейчас вот они их ставят, то есть и меняют. Просто интересно. Офигеть, 18, 16. Клетка забита, там плюс 7. Молодец. Молодец, Каролина. Клевая кепочка. Так, что там? 389. Офигеть. Первое место в турнирном марафоне. Первое, десятое. Мы там до этого смотрели, было второе место, а вот у нас обладатель первого места.
2016 года. 146. На мехах не участвовала. Профилонила Каролина мехи, да? Не стала. Золотой гонг. Проигрываешь всего 1400, конечно, каких-то боев. Ну ничего. Жду, у кого будет такая штука золотая? Слушай, никого нету. Еще никто, видимо, не дособирал. 100 суперпризов. Я не знаю, сколько надо этих 100 суперпризов набрать. Так, у него еще вот экспедиции не закончены. И это еще не закончено. Ну ладно. Удачи тебе, Каролина. Так. Еще последнего у нас. Так, тебя я, наверное, пропущу. Да? Ром Бургунди. 12 дней назад лидер группы откололся и ушел. Ну и ладно. Я специально смотрел тех, кто выкачивает. Так, еще один. Вот 70. У нас получается 100, 100 и вот 70. Оу, секси леди. Леди секси. Секси леди. Классно. Здорово. Радует. Так, больше похоже на адепта. С перекачкой немного на силу. Видимо, заточка. Купидон плюс 8. Вау. Купидон плюс 8. Студия 15. Пояс недокачанный. Вот что удивительно. Зато кольцо всевластия плюс 9. 50 ко всем характеристикам. Вообще красава. Вообще. Так. Молодец. Пассивка. Так, активный навык. Активный. Рободиджей. Кайконги. 18-й. Домохозяйка у него. Вот лунная призма, смотрите. Вот она поднимает. Да, получается у нас талантик-то. Ага, позарезец. Тоже позарезец стоит на первой помощи. Странно, почему ты не используешь реанимацию? Она что, уже перестала играть роль? Угу. Давай, удиви меня, желтенькая наша. Итак, 40. И экспедиции 5. Ну и правильно. О, а где камешки красивые? А где камешки? Что-то в камешках хотела участвовать. 348. Блин, какая разница колоссальная, да? Смотрите, там 1400-1500, а здесь 348 побед на ринге. Но это не мешает у нее плюс 70 иметь. Вообще классно. Молодец. Персонажу тоже полтора годика. Но зато у нее... Ну да, она не ходит на этих. Там столько расхода сливается на кошмарках. Вообще просто жесть. Нафиг он нужен. А этот прошла и все, ну ждет тоже, наверное. Ну вот. Сегодня мы рассмотрели 14, 15, 16 уровни. Следующий уровень, 17, скорее всего, очень сильно нас будет удивлять, потому что он как раз идет по эвентам на топовых местах. Вот там, наверное, будет веселая драка. А пока, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будут новые видео, будем дальше разбирать, что у нас интересного в игре. Счастливо!